решение и взять вот этот сквер и расторгнуть это. Решение суда отдали нам эти заявления исковые, которые мы подавали. Аренду платят, нарушений никаких они не видят. У нас на сегодняшний день законодательство поменялось, посмотрите, лучше законодательство. Тем более муниципальная земля для госнужд, ваш право. Эти договорные отношения расторгать, изъятие производить. Мы это вот все хитросплетение отношений. Здесь никого нет простых. Вот приди простой гражданин и попроси у вас землю для того, чтобы установить этот ларек, никогда вы не дадите никому. И здесь вот начинаете. Вы как работу собираетесь здесь производить? Подаем на изъятие все эти линии, вообще всех. Михаил Савч, вы знаете, такими подходами не решите задачу, тем более еще раз подчеркну. Здесь все прекрасно понимали, что они нарушают закон, захватывают городскую территорию. Посмотрите, часть тротуаров, часть зеленых насаждений, это то, что городу принадлежит, вот каждому человеку принадлежит. И это посягательство на собственность города, горожан. Поэтому вы защищайте их. Защищайте. Порядка. Да? Вот добежаться. Вот, посмотрите, это был тротуар. Была зеленая зона. Захватили? Захватили. Берите исковые заявления. И здесь не разговор. Мы будем вас спрашивать, убеждать. Да. Бизнесу надо создавать условия. Но создание условий должно быть не за счет разграбления города. А кто-то себе условия создал. Вы возьмите и опубликуйте. Чьи это ларьки? Об этом речь идет. Вам средства дальше никто не будет выделять, пока вы здесь не построите территорию. Я хочу это сделать. Игорь Иванович, слышите, да? Потому что пускай занимаются. Здесь же территория тротуаром. Поставили эти ларьки на тротуары. Расторгают договорные отношения. Там, где это аренда. Город не приведете вы в порядок. Посмотрите, здесь что на забор. Вода туда не подведена, ничего не подведено там. Антисанитария сплошная. Создайте условия, возьмите, определите участок, где могут разворачивать эти ларьки. Но тоже, когда мы говорим о внешнем облике города, это немаловажно. А здесь центр города. Вот и все. Понимаете? Не справляется пока задача благоустройства и реализации этого проекта. Поэтому там берите юристов, собирайте рабочую группу, подключайте депутатов, обсуждайте этот вопрос. А так у нас еще у вас пятак. Вот смотрите, здесь как сделано. И посмотрите, что дальше начинается. Мэр должен брать ответственность на себя за эти решения. Ваши предшественники, понятно, это все говорит. Ну, кому что досталось. Нам досталось за них многое доделать.